Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Oppo Find X3 Neo. И сейчас я вам покажу, как включить резервное копирование Google на этом телефоне. Итак, открываем настройки, опускаемся в самый низ и переходим в раздел Google. Далее нажимаем резервное копирование и нажимаем включить. Резервное копирование было включено. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!